Хоккеисты нефтехимика помогут больным детям, и комары одолевают. Об этом и не только прямо сейчас. Меня зовут Алсу Юматова. Добрый день. Жалобы на комаров продолжаются. Вот такую фотографию своего искусственного ребенка прислала нам жительница Камских Полян. Женщина пишет о том, что с каждым годом комаров как в городе, так и в районе становится все больше, и средства защиты просто-напросто не помогают. Люди не знают, куда обращаться. Вот фрагмент письма жительницы Камских Полян. С чем связано такое нашествие комаров в этом году, мы расскажем сегодня в итоговом выпуске новостей 18.30. Их ловкости, смелости и оптимизму позавидуют многие. Представители клуба пенсионеров «Берегини» отпраздновали Сабантуй. Праздник плуга прошел на Солнечной поляне. Никто не остался в стороне. Участники праздника плуга перетягивали канат, скакали в мешках, разбивали горшки, ну а мужчины боролись за звание батыра, которому, кстати, подарили игрушечного барана. Игроки команды «Нефтехимик-2004» стали победителями отборочного этапа Всероссийского футбольного фестиваля «Локобол РЖД-2015». Проходили соревнования в Набережных Челнах. Там наши футболисты, не проиграв ни одного матча, уверенно отобрались на следующий этап состязаний. Теперь им предстоит отправиться в Саранск, где нижнекамцы встретятся с победителями других зон. Медиахолдинг НТР и хоккейный клуб «Нефтехимик» проводят благотворительную акцию в помощь детям-инвалидам. Завтра на площадке перед Хэрэдс-пабом по адресу Мира 70 пройдут спортивные игры, конкурсы, а также автограф-сессии с участием воспитанников нижнекамского хоккея, именитых игроков Наиля Якупова, Павла Куликова и Андрея Сергеева. Дорогие друзья, я, Сергеев Андрей, приглашаю вас на встречу с нами, хоккеистами команды «Нефтехимик». Автограф-сессии и благотворительный аукцион с вещами ваших любимых игроков команды 20 июня в 19.00 на площадке возле Хардспаба. Конкурсы, подарки, веселые ведущие. Приходите обязательно, будет весело. О погоде. Сейчас за окном 20 градусов, синоптики обещают дождь, к вечеру немного потеплеет. Через 2 часа в эфир выйдет очередной выпуск новостей. Мы расскажем, что будет со спорткомплексом Олимпийским, и депутаты проверяют лагеря. Я напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 077 или 41 13 13. Также пишите нам на сайт ntrtv.ru. Не прощаюсь.